Итак, всем привет! Приехали мы вот в такое вот место отдыхать на несколько дней, точнее на 4. Будем тут рыбачить, забирать грибы, готовить. Так что смотрите, думаю, будет интересно. Тут уже потихонечку начали готовить. На ужин у нас будет жареное мясо. Очень простой рецепт. Обычные антрикотики. Изюминка, паприка копченая. Копченая паприка и лучок. Лучок нарезали полукольцами. И, соответственно, еще немного соли. Сейчас немного это все промаринуется. Для быстроты добавим минеральной воды чуть-чуть для сока. Вот, где-то прошло около часа. Мяско у нас подмариновалось. Наверное, не показывал. Добавили еще карачинское в него, как и говорили. Чуть-чуть еще паприкой для цвета его. Для вкуса, потому что паприка подкопчененькая. Вкус будет шикарный. Для карамелизации процесса будем поливать пивом через некоторое время, когда корочка небольшая схватится, чтобы солод заковал мясо до жарки и влага осталась вся внутри для сочности. Барашек и свинина любит пивко, будет просто мясо вкусное, сочное. Вот смотрите, какая уже красота, вкуснота получается. Просто объедение, аж слюнки уже текут. Корочка уже образовалась сухая сверху, это карамелизация пива. Так что мясо будет очень сочное. Через 2 минуты его будем снимать уже и пробовать. Вкус не передадим в видео, ну, почавкаем очень аппетитно, это точно. В 15 минут, то есть по 7,5 с каждой стороны, степень прожарки well done. Уже. Ну, а теперь пойдемте пробовать снимать и нарезать. Ни одной кровиночки. Смотрите, как течет сразу же сок. Также текут у нас уже слюнки. Это прям, ребят, сок. Сок прям. Всем приятного аппетита. Тут начались взрослые напитки. А мы начинаем ужинать. Так что, такой рецепт 100% у вас получится, если все сделаете точно так, как мы делали. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.